Достар, ну вот и пришло подтверждение булмаркета. Булмаркета, о котором я еще вам говорил в декабре. Ну и теперь, конечно, все должно расти вверх. И вначале я бы хотел вам сообщить о том, что... Точнее, напомнить о том, что где-то в марте у эфириума будет апгрейд Шанхай. И тем самым данный апгрейд, если коротко говорить, он позволяет стейкерам эфириума выводить свои застейкенные эфиры из пулов. Значит, спрос на стейкинг эфириума только повысится, потому что до этого они не могли выводить. Значит, доверие вырастет, и тем самым больше людей захотят стейкать свои эфиры. Но не у всех есть 32 эфира. Значит, мы обращаем внимание на liquid staking platforms, такие как Lido, LDO и Rocket Pool. О Rocket Pool я еще вам говорил в том году. Ну и также я обратил бы внимание на токен ICP, интернет-компьютер. Да, я знаю, он очень намного просел, тем не менее, он связан с AI, Artificial Intelligence, то есть искусственный интеллект. Ну, а остальные токены я вам буду говорить в других видео. А вы, если вам понравился контент, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и, конечно, алга!